КНР сняли 5-серийный документальный фильм «Национальные парки. Царство всеобщего симбиоза». Новинку представили на презентации в Пекине глава медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн и глава Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Гуань Джиоу. Главными героями киноленты стали снежный барс, амурский тигр, большая панда и другие редкие животные, которые обитают в заповедных зонах под охраной государства. Телеканалы медиакорпорации Китая начнут показывать сериал 7 августа в сверхвысоком разрешении 4К. Это уже не первый совместный проект двух организаций. 2 года назад они выпустили 3-серийный фильм «Национальные парки. Царство дикой природы». Его показали более чем в 100 странах и регионах мира. Первые национальные парки появились в Китае 7 лет назад. Сейчас этим статусом обладают 11 государственных заповедников.